Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 10 августа. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Поздравляю Айдара Жаусанова с днем рождения. И большой привет Сергею Филину. Удачи, ребята. По республике сохраняется неустойчивая погода. Местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 9-14, по северо-востоку до плюс 4, днем плюс 18-23, по центральным районам ночью плюс 10-15, днем плюс 22-27, по южным районам ночью плюс 10-15, днем плюс 22-27, по юго-западу при дожде до плюс 18. В столице Бурятии ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. Атмосферное давление существенно не изменится и будет в пределах 715 миллиметров ртутного столба. Для получения 1 килограмма розового масла приходится собрать вручную и переработать около 4 тонн лепестков розы. Неудивительно, что его цена превышает 5000 евро за килограмм. 70% производства розового масла приходится на Болгарию. Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шагнанов. Ну что сказать, хорошо, что у нас в Бурятии розы не растут. Другого масла хватает, особенно коровьего.